какие годы? А? В какие годы? 86-й. А тут написано, вот он. Июль 86-й. А в 87-м, 25-го, 15 марта, вышло постановление президиума о помиловании всех политзаключенных. 210 человек у нас было. Я брал интервью репрессированных, архипелаг ГУЛАГ издал. Первый в стране на 10 лет раньше Нового мира. Вот это вот теперь вы, хозяева, печать какую-то поставите. Положил я сумку, а здесь расписаться. Расписаться просто. И расшифровать здесь. Там много на нем было. Он же был первым директором университета православного. Ивей. И поэтому. Ну и кто? 4-5, это ваше. Да.